Армія оборони Ізраїлю оголосила про щоденну тактичну паузу у секторі Гази. Так как через Рафех изначально проходила основная артерия снабжения гуманитарной помощью и продовольствием Газа через контрольно-пропускной пункт в Рафехе, который израильская армия взяла под контроль, то ситуация изменилась. Египтяне отказались сотрудничать с Израилем, пока Израиль контролирует КПП, и, соответственно, через него перестала поступать гуманитарка. Гуманитарка поступает через другие места Израиля, однако из-за вот этих проблем логистического характера, конкретно в Рафиях, потому что египтяне отказываются, ее доступ проблематичен. Более того, так получилось, что значительное количество грузов, которые Израиль разрешил переправить в Газу, скопились на той территории, на сопредельной территории, потому что их оттуда не забирают із-за проблем з безпекою. Передбачається, що з 8 до 19 години за місцевим часом у районі Рафаха ізраїльтяни припинятимуть вогонь для того, щоб могли проїхати вантажівки з гуманітарною допомогою. Ізраїлю дуже важна міжнародна легітимація і того, щоб відвергнути обвинення в попитці заморити населення Гази голодом, важливо, щоб ці грузи поступали. І от там, іменно в тому самому Рафахі, есть эта важная дорога, шоссе или проспект, назовем это Салах-ад-Дин, по которому значительная часть этих грузов, скопившихся и переходящих из Израиля, должны были бы поступать, однако пока там ведутся бои, естественно, забирать их мало кому хочется. И вот чтобы эту ситуацию изменить, было решено на этом узком участке, не во всем Рафиахе, а вдоль этой дороги на протяжении ряда часов, в частности, большую часть дня, осуществлять вот такую самую гуманитарную паузу. Такі восьмигодинні перерви будуть щоденними до подальшого повідомлення. Ну, в вопросах дальнейшей военной тактики армии Израиля это абсолютно не отразится. Есть уже четкие заявления и Нетаньяху, и представителей военного кабинета Израиля о том, что военная составляющая данной операции будет доведена до логического конца. А речь идет именно о разрушении военной инфраструктуры Хамас, в первую очередь так называемых подземных хранилищ и, соответственно, производств видов вооружений. Військова операція Ізраїлю у секторі Гази розпочалася восени 2023 року у відповідь на напад сил Хамас на південь країни. Нагадаємо, що жертвами тієї атаки стали понад 1200 людей, ще понад 250 були взяті в заручники та виведені до Гази. Спецоперація Ізраїлю в секторі Гази триває переважно навколо міста Рафах. Вся граница между Египтом и Газой, если посмотреть на карту, это все южнее Рафеха, так называемый Филадельфийский коридор, это кодовое название в израильской армии, взято под контроль, узкая полоса от моря до Израиля. А сам город Рафех, в нем происходит продвижение потихоньку, рейдами потихоньку продвигаются именно из соображений не совсем военного характера, о том, о чем я говорил. И продвижение очень медленно. Да, бои тяжелые идут, и иногда за них иногда приходится платить тяжелую цену. На тлі війни, що триває в секторі Гази, загострюється ситуація на кордоні Ізраїлю з Ліваном, де активно діє ісламський рух Хезбола, який підтримує Іран. В отличие от Хамаса, у Хезболы значительный арсенал средств поражения. В первую очередь идет о баллистических ракетах, а причем разные радиуса действия. Хезболла – это проиранские прокси. Фактически Иран провоцирует непосредственное боевое столкновение на Ближнем Востоке. Под контролем Хезболлы находится ряд именно промышленных производств, изготовления как баллистических ракет на территории как Ливана, так и, соответственно, Сирии, так и производств по заводам, фактически производств безпілотних літательних апаратів. Тільки за останні дні Хезбола випустила десятки, а то й сотні ракет по населених пунктах на півночі Ізраїлю. Ізраїль продовжує бойові дії. Хизбалла, несомненно, тоже активизируется либо еще во время праздника в ответ на ликвидацию, либо чуть после. Израильская, с точки зрения стратегической необходимости, есть в большинстве, у очень многих израильтян, в том числе и тех, кто принимает решения, есть понимание того, что
необходимо начать большую масштабную операцию против Хизбаллы для того, чтобы в заметной степени поменять правила игры и устранить ту стратегическую угрозу, причем угрозу не потенциальную, которая реализуется уже 8 месяцев, в тот момент, когда с того момента, как Хизбалла на Ізраїль напала. Як пишуть американські ЗМІ, офіційні особи США дедалі більше стурбовані тим, що Ізраїль розпочне війну проти Хизбалли у Лівані, яку він не зможе закінчити без американської підтримки. То, чого опасаються американці? Ну, у американців є свої пожелання, які з ізраїльськими інтересами далеко не завжди совпадають. Американцев пожелание, лишь бы чего не вышло и лишь бы было тихо, а у Израиля вопросы стоят на повестке дня в буквальном смысле жизни и смерти. И израильское правительство должно принимать сложные решения, исходя из своих интересов, когда речь идет именно о жизни и смерти. Посмотрим, в любом случае, решение или их непринятие будет очевидно в течение ближайших X недель, ну, скажем так, в течение лета, как мне видится, это или в ту, или иную сторону почти 100%. Раніше йшлося про те, що Ізраїль розглядає можливість припинення війни з Хамас на якийсь час, щоб повернути заручників. За словами прем'єр-міністра країни Нетаньяху, перемир'я можуть укласти на 42 дні, але про повне припинення війни не йдеться. Израиль до сих пор настаивает на том, что если Хамас остается у власти, Хамас не ликвидирован полностью, его властные военные инфраструктуры, Израиль имеет право и должен продолжить войну. Хамас же, как раз Хамас интересует не освобождение еще какого-то количества террористов, хотя это его тоже интересует. Хамас интересует гарантии прекращения войны, гарантии того, чтобы он остался у власти и далее мог снова наращивать свой военный экономический потенциал. И поэтому Хамас тут стороны, собственно, пришли к тупиковому раскладу. И дальше будем смотреть.